У вас когда-либо случалось так, что с утра вы заправили рубашку, и все выглядит отлично, а уже через час рубашка начинает вылазить и выглядит как маффин по бокам? В сегодняшнем видео я поделюсь с вами 4 секретами, как сделать так, чтобы рубашка всегда оставалась заправленной. Перед тем, как я покажу эти 4 техники, у меня для вас есть 3 совета, как сохранять рубашку опрятной в течение дня. Совет номер 1. Когда покупаете рубашку, смотрите, чтобы она была на сантиметров 10 ниже пояса. Совет номер 2. Обратите внимание на центральную линию. Она появляется, когда пуговицы на рубашке, пряжка от ремня и шов на штанах находятся ровно в одну линию. Совет номер 3. Избавьтесь от лишней ткани, торчащей по бокам. Отнесите рубашку портному или сшейте рубашку на заказ по вашим меркам, чтобы не было лишней ткани вокруг. Давайте начнем с первого метода. Просто заправимся. Это знают и умеют делать все. Просто заправляем рубашку в штаны и все готово. Это работает для некоторых мужчин, особенно тех, кто в хорошей форме и рубашка подогнана по вашим размерам. Но для большинства потребуется нечто большее. Метод 2. Заправляем рубашку по-армейски. Будет проще заправляться с расстегнутыми штанами. Надо взять торчащую ткань по бокам большим и указательным пальцем и загнуть ткань назад, натягивая ее большим пальцем, постепенно доводя до желаемого результата. После чего застегните штаны и поправьте, как вам удобней. Этот метод может быть очень полезным, если у вас много лишней ткани на рубашке. Метод номер 3. Заправляем нижнее белье. Если вы носите под рубашкой футболку, то заправьте футболку в трусы. Затем заправьте рубашку поверх в штаны. Футболка создает дистанцию между рубашкой и телом и удерживает рубашку в штанах. И, наконец, мой любимый метод – используя специальные подтяжки. Я научился этому методу, когда служил на американском флоте и носил форму. Затем я узнал, что этот метод используют все остальные военные подразделения. А также он популярен у полицейских, которые должны выглядеть идеально и при этом целый день передвигаться. Для этого потребуется купить пару подтяжек. Также их еще называют подвески для рубашки. Подтяжки для рубашки – это эластичные жгуты, которые цепляются за конец рубашки и за носки. Они создают небольшое натяжение и удерживают рубашку в штанах вне зависимости от того, что вы делаете. А как дополнительный бонус, они еще держат носки наверху. Суть в том, что их не видно, когда ты их надеваешь, и не доставляют неудобств, когда все правильно делаешь. Запомните, господа, рубашка – это ключевая часть внешнего вида. Используйте эти техники для того, чтобы выглядеть лучше. Если вы хотите узнать больше, то читайте мои статьи на realmenrealstyle.com.